На зміну зливам і скромному весняному теплу в Україну прийшла літня спека. Стовпчики термометрів подекуди показують аж 35 з плюсом. Утім, таким температурним показникам радіють не всі. Як вберегтися від пекучого сонця і чи можливо енергію світла обернути на користь своєму здоров'ю? У студії відкритого розкаже завідуючий відділенням педіатрії обласного спеціалізованого центру матері та дитини імені Руднєва Максим Уваров. Вітаю вас. Та зараз нагрілися всі, хто замерзав навесні. Зараз вже треба боротися зі спекою. Які хвороби зараз загострюються та у кого? Здравствуйте. Безусловно, приход лета и жаркая погода – это большое испытание для всех нас, для людей абсолютно любого возраста. Ну, конечно, группы риска – это люди пожилые и дети, особенно маленькие дети. Для людей, страдающих хроническими заболеваниями, такими как гипертоническая болезнь, нарушение тонуса сосудов, любые заболевания легких – это очень сложно. Повышение температуры приводит к частым обострениям таких заболеваний. Для детей особо опасными являются солнечный удар, перегрев и обезвоживание. Поэтому родителям нужно уделять особое внимание уходу за детьми и обучению их поведению себя на солнце. Как пометить эти симптомы у дитини? Если же ребенок чувствует себя плохо, в зависимости от возраста, это может быть плач, капризность, недомогание, вялость. Нужно как можно быстрее перевести ребенка в прохладное помещение, дать ему достаточное количество воды. Если появляются какие-то более опасные вещи, вроде носовых кровотечений, нарушений сознания, ребенок не может ответить родителям или появляется спутанность речи, то в такой ситуации нужно незамедлительно обращаться за медицинской помощью. Спека, ультрафиолет, чи знешкоджують вірусы? И чи можно заразиться на COVID-19 на пляже? Повышение температуры тела и большое количество солнечных дней, безусловно, приведут к тому, что заболеваемость упадет. Однако Министерство здравоохранения особенно настаивает на том, что карантин не останавливается и не завершается, он только смягчается. Мы должны соблюдать социальное дистанцирование и помнить о том, что заразиться COVID-19 мы можем не только на пляже, но и в любом другом месте. Опасность нахождения на пляже на самом деле не такая большая, особенно если это пляж морской, то соленая вода не способствует распространению вируса. И наибольшая опасность все же сохраняется то, как мы туда попадаем. Это транспорт и взаимное общение людьми между собой. И вне зависимости на пляже или в офисе, все еще самым опасным источником инфекции остается человек. И мы должны помнить о сохранении дистанции, использовании средств индивидуальной защиты и профилактике этого заболевания. Як діяти? Що робити, якщо помічаєш, що спека знесилює, а поблизу немає жодного прохолодного місця? Ну, это, безусловно, та ситуация, к которой лучше подготовиться заранее. Если это застало вас в транспорте, первое, что вы должны сделать, это обеспечить себе приток свежего воздуха, открыть окно, форточку, люк на крыше и что-либо еще, что есть в маршрутке. Если этого сделать не удается, наверное, наилучшим вариантом для человека будет покинуть это транспортное средство, позаботиться о своем здоровье. Никакие иные средства защиты, кроме свежего воздуха, не помогут в данной ситуации. Но если вы оказались на улице, где жарко, нет тени, и вы должны там находиться, первое, что вы должны сделать, расстегнуть пуговицы, создать условия, чтобы воздух попадал под одежду. Если у вас есть вода, то нужно пить большое количество жидкости, можно смочить волосы, возможно, рубашку или футболку. Это усилит теплоотдачу и позволит охладить температуру тела. Зараз дуже часто бувають перепади температури, а в Україні багато людей страждають на метеозалежність. Як пом'якшити симптоми метеозалежності та взагалі розпізнати їх? Метеозависимость – это комплексная проблема, которая объединяет в себе огромное количество сложностей, возникающих в жизни человека, как состоянием здоровья, так и с эмоциональным фоном, переживаниями, привычками, образом жизни. Особенно сейчас, когда мы пережили большое количество дней в самоизоляции или в ограниченном помещении, возможно, с семьей, возможно, даже наедине, мы находимся в сложном положении, и нам нужно уделить внимание своему здоровью, и жаркая погода не способствует тому, чтобы мы чувствовали себя комфортно. Желательно оторваться от жарких помещений, кондиционеров, духоты, гулять на свежем воздухе, желательно в вечернее время, уделить внимание своему здоровью, посоветоваться с врачом, если есть хронические заболевания. Дякую, що завітали сьогодні до нашої студії. Про те, як вберегтися від спеки та пом'якшити симптоми метеозалежності, у студії відкритого розповідав завідуючий відділенням педіатрії обласного спеціалізованого центру матері та дитини імені Руднєва Максим Уваров.